Всем привет! Меня зовут Александра Головина, и я являюсь обозревателем весенней мартовской коробочки от Doodle Sketch. Что это такое? Это коробочка, в которой подобраны различные материалы для творчества. Сегодня у меня акварельная коробочка, я еще ее не раскрывала и буквально недавно принесла домой. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, что там. Кстати говоря, по стоимости эта коробочка выходит дешевле, нежели если бы убрали все материалы, которые находятся там отдельно. Ну что ж, приступим? Сейчас самое интересное. Та-дам, та-дам! Уже видите, вовсю весна. Иногда заглядывает в окошко солнышко и очень так красиво становится. Ну что? Вау! Вау! Смотрите, как прекрасно. Прям еще так цветочки лежат, солнышко светит. Прямо вау-вау-вау. По-моему, упакована просто прелестно. И даже трогать страшно. Рафаэлки для весеннего настроения. Вдохновение художника, творчество, мастер-классы, конкурсы Doodle Sketch. Будем знакомы. О, да. Набор для выращивания сирени. По-моему, это даже еще интереснее, чем просто материалы для творчества. Это же эко-куб, насколько я знаю. Сирень. Уличное растение. Да, здорово. Прямо здорово-здорово. Так, что у нас тут дальше? Вот наша склеечка. Сегодня мы ее и пробуем. Сегодня нас ждет урок, в котором мы нарисуем что-нибудь. Я еще пока не придумала, что. Материалами из этой коробочки. Так, здесь вот наши макарошки цветные. Класс, класс. Кисточка, флейц от Рублев. Это, наверное, пони или белочка. Ух ты! Ух ты! Это микс, колонок и, ну, видимо, белочка с французским креплением. Упс. Здорово. Прям здорово. Я, честное слово, считаю, что если у вас есть друг-художник, а вы совершенно не разбираетесь в творческих материалах, хотя вряд ли кто-то будет смотреть обзор коробочки творческих материалов, не художник, но вдруг, то это будет очень классный подарок для вашего друга, товарища, если он прям будет доволен, как вот я сейчас. Это я вижу белочка. Это я вижу колонок. Это здорово. Это здорово. Это прям... Это салфеточки, которые вообще пригождаются всегда при работе с акварелью. Они уходят прям постоянно. А там что-то... Вот это можно я оставлю напоследок. Потому что, мне кажется, там самое интересное. Да, наклеечки. Наклеечки. Вот эта лягушечка. Или не лягушечка, а зверек. По-моему, это лягушечка Doodle Sketch, художник. По-моему, они милые. По-моему, тут все такое милое, все такое весеннее, что прямо это впадет в умиление любой, даже самый черствый сухарь. Так, и блокнот тоже от Фабриана. 200 грамм. Угу. Он для различных материалов, для карандашей, для темперы. И для эскизов из целлюлозы 200 грамм. Очень подойдет для будущих пленеров, которые уже наконец-то не за горами. Ну и посмотрим самое-самое-самое интересное. Вот так вот я можно россыпью? Ван Гог. Слушайте, ну это действительно... У меня закрадывались сомнения по поводу стоимости коробочки и стоимости ее содержимого, но нет. По-моему, это чистая правда.
Так, это у нас цвета ультрамарин. Перманент ред. Ну, это вообще всем любимая голубая. Цирулиум, правильно? Правильно. Желтенькая. Это, наверное, какая-то будет бежевая. Сейчас мы сделаем выкраску с вами. Сепия. Класс. И розовый хинокридон. Класс. Что мы будем сейчас рисовать? Это вот прямо посмотрим. Прямо я сейчас придумаю. Мне кажется, я уже почти придумала. Ну вот такой вот расклад. Смотрите сами. Я прям в восторге. Склеечка. Акварельной бумаги, бумага для эскизов. Вот столько вот различных тюбиков акварели. Сирень, она действительно растет. Это очень интересно. Я уже давно заглядывалась на такие штуки. Флейт, две кисти. Это будет у нас для деталек, это будет у нас для заливов. Вкусняшки весенние, знаете, 8-мартовские, которые все мужчины дали женщине. И вот такие милости. По-моему, прекраснейший весенний подарок. Прямо вообще. Прямо давайте попробуем что-нибудь нарисовать. Вдохновение, мне кажется, придет сразу, как вы откроете эту коробочку. Сейчас мы сделаем с вами выгрузку. Прямо новыми кистями, на новой бумаге. Все у нас любят новое. Сейчас возьмем палитру. Нет, сирень, это прекрасно. Я ее обожаю, если честно. Сейчас я открою склеечку. Так здорово, когда уже в окно заглядывает весеннее солнышко. Настроение прямо. Ура. Ну что ж. Вот она бумага, достаточно плотная. Да, это склеечка по 4 сторонам. Наверное, на ней мы порисуем какой-нибудь либо цветочки, да, это, наверное, будут цветочки. А здесь я сделаю сейчас выкраску своих новых цветов. Да. Очень приятная фактура у бумаги. Прямо. Ну что, открываем. Начнем с красного. Красный. Обожаю этот цвет. Очень яркий, насыщенный. Ну, в принципе, Ван Гог всегда отличается с качеством своих красок. Хоть они и... Насколько я знаю, это ученическая серия, но, по-моему, она просто прекрасная. Я пользуюсь Ван Гогом с удовольствием. Особенно после того, как они выпустили очень много своих новых цветов. Удивили весь мир художников. Очень красивый, насыщенный цвет. Сейчас мы все подпишем. Дальше возьмем сепию. У меня будет хаотичный выбор. Без какой-либо закономерности. Опять-таки очень насыщенный. Достаточно самой малости. И посмотрите. Сепия сам по себе цвет достаточно такой мрачный, мне кажется. Но в работах я его использую достаточно часто. Ультрамарин. У меня вот и сепия, и ультрамарин. У меня сейчас белые ночи. Есть с чем сравнить, так сказать. Сравним. Thank you.
класс, класс, класс. Ну, это вообще любимый цвет всех. Вот это цвет весны, голубого неба. Это цвет весны и лета, я бы сказала. Он очень насыщенный и очень красивый. Я не знаю, есть ли и в других марок победители. Цирулиум самый красивый, мне кажется. Ну, я, конечно, все на себе не испытала. Прям все, но Ван Гог очень красивый. Желтенький. Так много желтенького. Очень похоже на кадмий желтый, но это называется Azo Yellow Me. Нет. Для любителей портретов, мне кажется. Ну, или каких-то разбеленный этот цвет с белилами, скорее всего. Где у нас тут написано, что есть что? Да. И розовый хинокритон. Я вообще обожаю розовые хинокритоны у разных производителей. Вообще очень люблю в последнее время розовый цвет. Вот у Ван Гога я не видела, не пользовалась. Но да, у меня Рембрандт, по-моему, сейчас в палитре. Но этот хинокритон тоже прекрасный. Вот, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь новых цветов в моей палитре. И у всех обладателей коробочки мартовской. Посмотрим. Все они светостойкие. Насколько я знаю, Ван Гог заявляет о том, что все его цвета светостойкие. Да, все с тремя плюсиками. Сейчас я подпишу, сделаю выкраску, ну, выкраску свою, она у меня подсохнет, я подпишу все цвета. В общем, вот такая вот красота получается, и я думаю, что мы сейчас с вами нарисуем красивый весенний, как бы вы думали. Зачем, так сказать, далеко ходить? Та-да-да-дам. Букет тюльпанов. Ну, я думаю, да, вот так по-сырому будет классно. Сейчас попробуем, давайте. Сейчас я подпишу каждый цвет. Номер цвета. Насколько я понимаю, в каждой коробочке цвета могут немного отличаться. Содержимое каждой коробочки. Это у нас 370. Сепия 416. Ультрамарин. Очень красиво гранулируется. Ну, это свойство ультрамарина 535, любимый 535. Желтенький 269, 224, ну и 366. Вот. А теперь перейдем к моему, к нашему творческому заданию. Будем рисовать самую, что ни на есть, весну. Ну, не зря же у меня сегодня на столе тюльпаны. Не будем, так сказать, очень конкретно, как вот в ботанике, детально передавать всю конструкцию цветочка, но основные части, так сказать, наметим. Вот так вот мы наметили композицию. Вот. Там этот тюльпанчик сейчас желтенький. Желтый достаточно сложный цвет. Сегодня я покажу. Попробую показать, как с ним работать.
Не будем делать прям лужу-лужу. Возможно, нужно немножко подождать, пока она подсохнет. Пока у меня бумага влажная, я могу еще немного поиграться с тенью, задать тень нашему листу. На этом лепестке мы сделаем, тоже сделаем тень. Только смотрите, когда мочим водой, чтобы не соприкоснулись два лепестка. Я желаю вам удачи в этом творческом задании. Мне кажется, оно достаточно простое. И думаю, что у вас все получится. И вообще желаю вам приятной, хорошей весны, чтобы жизнь, так сказать, просыпается у нас, чтобы все было хорошо. Большое спасибо.